Что такое дирижер? Ну что, никто этого не знает. Никто этого не знает. Ну никто этого не знает. Неизвестно, что лучше. Показывать себя как мастера только, меняя оркестры. Или же остаться в душах людей человеком, который создал. Я думаю, что если ты посвящаешь себя этой профессии, если ты, твоя задача основная, главная, создать оркестр, который бы тебя понимал, то есть шанс, так сказать, победить. Музыканта, облик не только музыканта, поэта, художника. Он, конечно, формируется годами учения его. Серьезно, да? Да, серьезно. Mm-hmm. Вот, формируется жизнью, но в первую очередь он формируется детством, домашней обстановкой, первыми детскими впечатлениями художественными. Вот, обстановка – это Баку 30-х годов. Не могли ли вы вспомнить о том, кто из ваших знакомых детства потом продолжил вместе с вами работу? Вот этот круг мне очень интересует. Но есть две фамилии. Мстислав Ростропович и Белла Давидович. Все на ИЧ. Нет, ну прекрасная компания должна, да, делать вам честь. Да. Вот это оттуда. А вы как с ними общались? Ну как? Вместе. Вместе где? Везде. Ну все-таки. Но это была тогда обстановка такая, когда дети музыкантов общались даже как их родители. То есть это не было школой какой-то специальной приемной? Нет, нет, тогда не было такого. Ну, то есть каждый учился где мог. Где мог. Где мог, да. То есть родители это было достаточно кратко, потому что уже в 12 лет я уехал оттуда. Но все равно родители приходили на репетиции, а дети тянулись за ними. Да. А кроме имен этих, вы можете вспомнить какие-то вот сильные творческие впечатления того времени? Ну, что касается Баку того времени, насколько я могу сейчас помнить, то главным это были симфонические концерты. Наверное, поэтому, так сказать, уже было генетически заложено. То есть это вас и погубило? Какое-то, да. Меня это и погубило, да. Тогда, в те годы, Баку был городом, куда приезжали самые лучшие музыканты и дирижеры до того, как посетить столицу. И поскольку моя мать работала в оркестре, то, естественно, то я посещал эти концерты, будучи маленьким совсем. А когда вы начали учиться музыке, выбор этот был, конечно, обусловлен семейными традициями. Ну, поскольку у меня мать скрипачка, следовательно, я тоже учился на скрипке, так, через пень-колоду. Со скольки лет этот пень начался? Я думаю, что лет где-то 6-7. Точно не могу сказать. А почему вы так оцениваете эти годы обучения, вот, качества через пень-колоду? Дело в том, что моя мама, тогда ведь жизнь была не легче, чем теперь. И поэтому все, так сказать, люди интеллигентного труда работали на многих службах. Поэтому единственное, что я помню, мне оставляли там рубль, оставляли еду, и я был предоставлен самому себе. И тут-то? Вот и тут-то, да. И тут-то я сделал все, что делаю сейчас.
успеха. Десятки дирижеров ставили такие же цели, как и вы. Но я знаю, что они делали для этого. Что вы делали? Я занимался делом. Я понимаю, это видно, но все-таки конкретно. Вот творческие достижения оркестра Новосибирского становились общественно значимыми. Даже для тех, кто в этом деле ничего не понимал и никогда не ходил на наши концерты. То есть это был ваш козырь главный? Да. Вот то общественное мнение, которое создавалось вокруг оркестра, его постоянное стремление к самосовершенствованию, оно и создавало почву для меня благоприятную. Я мог прийти и благодаря вот этому общественному мнению ставить самые серьезные проблемы, вопросы, которые разрешались. Оркестр стал громадной жизненной музыкальной школой, потому что Новосибирский оркестр – это уникальное явление у нас в стране, уникальное. И в первую очередь благодаря Арнольду Кацу. Мне кажется, что при жизни Кац заработал себе памятник в Новосибирске, и этот памятник должен стоять. Сейчас он стоит на пьедестале оркестра. Кац, на мой взгляд, сегодня является одной из крупнейших музыкальных фигур не только у нас в стране, а вообще в мировой культуре.
Thank you.